Многие осознают и понимают то, как было устроено наше... Хочу сказать, что вот эта тема сословий, она сейчас стоит, на самом деле, очень остро. Хотя мы относим это к императорской России. Да. Сейчас эта работа Глазунова, это напоминание о сословиях, очень своевременно, потому что сейчас у нас общество опять усредняется или расслаивается уже не на сословия, а непонятно на что. Но, в общем, как раз сословность очень нужна современному обществу. Много людей на выставке?